Так, ну здесь у нас что? Ну, Павел, расскажите, вы уже покупали такую штуку? Конечно, конечно, покупал и неоднократно проверял органолептические свойства всего этого. Да. А тут же есть и расфасованный годен до даже. Но по техническому регламенту Таможенного союза тут должно быть еще кое-что. А именно дата изготовления. Тут даже есть под нее задел, так сказать, но нет. Пустота, то есть неизвестно, когда изготовлено, да? Совершенно верно. Нарушение, и можно за это не платить, если что, да? Есть. Употребить. Ам-нам-нам. До того, как опознал. Пока Павлик там обедает, вот, котлетки возьму до 4-го, до 3-го. Может быть, там еще есть? Нет, это посвежее будут. Берем одни. Вон Павлик. Павлик там жрет. Павлик филонит. Павлик. Так, сегодня мы, короче, едем с лопатой. Да, у нас есть? Ашан у нас балует нас кексиком. Вот 9 февраля. Срок годности у него 7 суток. Но это с лопатой самое достойное. Донатик. Донатик, он примечателен тем, что не маркирован. Все маркировки были, а один... Сейчас, вот так, не маркирован. Так, Индейка Лайт. Инди Лайт. До 4 марта. А сегодня какое? Сегодня 4 уже заканчивается. Такое мы не будем есть. А, хотя у нас есть микроволновка. Может быть, мы что-то приготовим. Давайте начнем следующий, да? Здесь у нас, не знаю почему, дядя Павлик это взял, пускай сам расскажет, язык говяжий. Короче, пацаны, видите, язык, как у меня без костей, смотрите. Вот какой тут месяц? Ну, я бы не брал такой, короче, я бы такой не брал. Ну, вот какой тут месяц? Я их предупреждал ровно неделю назад, чтобы они ставили нормальные маркировки и проверяли, что они стоят. Я вам покажу, как находят. Вот это, смотрите. Дальше на лопатку отправляется тоже. Это что там, язык? А, там несколько даже дат каких-то. Вот тут вообще несколько дат каких-то, и тоже непонятно, что это такое. Мне даже цифры непонятны. Так, все, следующее тоже непонятно. Ну, я бы, конечно, понял. Но на самом деле я-то, например, люблю именно вот такое находить. То есть есть. Вообще без ничего, да? Годен, да. А произведен. Дата изготовления по нулям. Следующий такой же. Следующий такой же. Вот это я понимаю. А Павлик слишком уж скрупулезный. Вот, а блинчик, чем мне... Тут вроде дата, но я не на это обратил внимание. Я обратил внимание на годен до. Годен до, пустота. А даже нельзя понять, что это и сколько хранится. Поэтому на свой страх мы с лопатой сегодня едим блины. Так, ну-ка давай. Включаем. Давайте для заставочки с лопатой. Отойди чуть-чуть. Это что, бочочка, что ли? Так, ну что, начнем с язычка? Аккуратно. Берем язычок. Я уже помыл. Нет. Да ты грязнули. Вот у нас язычок, ребятушки. Сейчас будем проверять органолептические свойства. Ну. Да мне кто-то говорит, что мы антисанитария. Нет, у нас лопатка сейчас тоже будет прочищена после моих рук, естественно. Лопатка. Там антисептический раствор есть что. Мощный. Сейчас мы лопатку нашу. Сегодня это ложечка. Ты прям как электорат Путина. Нет, я электорат так не старался бы, я для себя делаю. Но для тебя. Так, ну что, давай язычком тебя попробуем с лопатой. Вовка! Нет. Вовка, давай. Опа-па-па-па, пошла жара. Как ощущение? Мне кажется, не свежий. Да. Мне кажется. Попробуй ты. Он в феврале сделан. Мне кажется, не свежий. Да. Окидай. Опа. Нет. Ой. Извините. Это мы оставим. Это мы оставим. Ладно, так уж и быть, это да, останется Ашану. А Вова по тиммейкер. Сейчас еще. Один так же. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Молодец. Ну ладно, короче, не переворачивайся. Давай. Ну, наверное, да, какой-то не свежий. Нет. Ну тебя кто будет следующий? Ты. Нам профессионально, да. Ну, а мы это не все будем есть, мы назад. Оставим. Да. Экспертиза. Все осталось.
Так. Блинчик, я не знаю, там мы с Джемом сейчас будет все. Ты будешь? Я бы не рискнул. Ну, да, я тебе честно скажу. Не, блинчик, я хочу. К тому же лопату потом мыть. А вот это вот стрёмно, на самом деле. Что это? Дат нету. Вообще нету? Не, ну там есть гуиндо какой-то. И до чего? До пятого. Типа. Да это после распасовки. Производства нет. Ну что, будет? Производства нету, конечно, будет. Не боишься? Нет. Все ради. Все ради лайков, да? Да, ребятушки. Все ради лайков, ребят. Все так говорят. Ты с лопатой. Ну, оно чё? Оторвалось. Слопа. Блинчик. Путин, до чего ты нас довел? Как ощущение? Предыдущий был свежее, а тот был как бы тоже протухший, но этот еще куда. Ой, не доел. Он точно не свежий, точно. Положите ко мне. 100 пудов. Владимир, сейчас я оценю. Я думаю, по-моему, не свежий. Точно? Ну давай. Я вчера мармеладок поел, от которых несколько человек отравилось. Ну, если на 444 рублей их не купил. Да. Если и тебя кинут, как Серегу. Прошу вас. Не, зачем вкуснее? О. Тут патричок какой-то прям. То же самое или нет? Нет, другое. Другое, да. А вот это, кстати. Да, одну продегустирую. По цветам просто вообще отличается, это одно и то же. Да, это одинаковое. По цветам очень сильно отличаются. А даты одинаковые прям. То есть один в один, прям минута в минуту. Как так? А как так? Потому что тухлёк изначально фасует. Ну-ка, что там минуту в минуту? Ну, минуту, не хотите, они же печатают их одновременно все. Вон, видишь, 13-1, 13-1, 13-1. Это они всегда. Они... А как это одновременно? А, я тебе расскажу. 100 раз видел, они прям печатают, наклеивают. А потом через часов, через два там наклеивают на неизвестно на что. Постоянно так делают. То есть у них ценники не соответствуют на самом деле. Вот, другое время. Ну, давай, накладывай. Какая из них свежая? Свежие ты имеешь? Свежие. Красные или... Невозможно определить. Просто какую будем? Вот эту? Красить? Давай красить. Лопатка. Друг человек. Ты сразу? Будешь все есть? Не уверен, попробуй, короче. Фу-фу-фу. Давай сначала понюхай. Я просто не буду, на самом деле. Не, по запаху нормально так, а вот по вкуске это кисленьким есть что-то. Может, сам товар такой, я не знаю, но... Вот реально... Я не знаю, но как туалетная бумага. Не, я это не буду. Не, выкинь, Вова. И с лопатки назад положи, короче. И лопатку помой. Лопатку надо продезинфицировать, на самом деле. Да. Так, вот это откладываем. Вот эти блюда. С пончиком будем? Не, пончик не будем. Не будем? Наверное. Не, ну можно кусочек отшим. У нас еще, во-первых, вот это. Вот так. У нас из мясного еще вот это. Не боишься? Да. Четвертого чего? Неизвестно. Тут один достанется, потому что тут их всего два. Ну давай один. Тебе. Или мне. Да я так и думал. Тебе или мне, да. Выбор большой. Да. Оборот, на машина. Скользкий тип. Только толстый. Все, я буду что? Давай. Как голодный. Не, кушай. Там все. Я сюда. Непонятно. На нас тут ругают там.
Ну как оно? Ну как, это тупая игра, супер непонятно. Засохло уже, наверное. Так, что у нас осталось? Пончик? Блинчик? Ты блинчик что-то хочешь заточить? Ну, это точно 100%. Я бы не рискнул. А что там? Джем. А. Нормально, джем. Не конечно. Если не мясо, то можно. Я надеюсь, ты не отравишься. Не надеюсь, не отравлюсь. Ты разрубать будешь? Тяжелый путь. Лопаткой. Всегда носите с собой лопатку, если хотите. Нужно две? Будешь? Не, спасибо, я на тебя посмотрю. Ну, мне с лопаткой неудобно, если на самом деле. Подогрел. А, ну там негде. Блины с лопатой, как завещал великий Путин. Поднялись с колен, начали вместо ложек уже и с лопатой. Непонятно. Проверим через пару часов. Теперь нам нужно опять хозяйка кулинарии, хозяйка вот этой фигни. И где мы колбасу-то нашли? Там, да? Опять хозяйка колбасы. Где? Сейчас. Здрасте, администратор отдела можно позвать? Ну, старшего по отделу, не знаю. Здрасте, а можете старшего по отделу позвать? Старшего по отделу. Или администратора, или кого-то еще. Старшего по отделу или администратора можете позвать? Не, ну у вас как с ними связь есть? Нам сюда потом надо перейти, пройти, мне кажется. Тут корзин, правда, нет? Ну, да. Мы, наверное, это как раз для таких, как мы. Для таких передумали? Для таких я случаев. Вот передумал, я что-то попробовал и передумал. Да. А что, никто прям не идет-то из... Не знаю. Из руководства. Ну, мы тут уже сейчас все съедим. А? Сейчас смотрит он уже голодными глазами. Мы читаем по губам. Можно я тут уберу? Не, она не видит. Да. Так. Ну-ка. Да, так. Это вот так убирается. Нам потом еще выкладывать, потому что сначала у нас тут же первый отдел. Надо к каждому отделу подойти, отдать их косяк. Это надолго. Да. Косячок это надолго. Нет, тот раз быстро был. Да. Есть. Оба. Сейчас смотрим. О, сзади все разрушилось. А тут только что произошла авария. Ай, вот. Что? Да у меня тут свои три. Три поросенка. Безопасники на нас попялились что-то. Какие потыкали. Ну там я сталкивался с одним из них. Ну, знаю, я хочу просто сюда. Сейчас будет выставлять на пол, как все это раскирачилось, да? По полу. Ну, оно же не повредилось, наверное. А, насколько мне известно, то, что упало, то... Девушка, ну к нам кто-то подойдет? Нет. Мы ждем. Долго. А то мы, это, проголодаемся. Да. Будем есть. Здрасте.
Так что же вы на нас так это самое смотрели, подошли бы сразу, да и все. Нам нужен, собственно, вы. Я на вас не смотрел. Глупо выглядите. Илья, глупо выглядите. Смотрите, нам нужен бы... Что? Что это такое? Это душа моя. Душа? Да. Смотрите, лопата. А для чего она? Для чего лопата нужна, Иван? Я не знаю, вы мачете, вдруг ударите, я переживаю. Иван, ну лопата для чего нужна? Чтобы копать. Не, 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 Иван. Правильно? Не, ну вы же мачете.